С вами Хумус ТВ, и этот поход будет проходить на Мадейре. 22 год, 22 часть фильма «Аватар». Только сейчас я понял, откуда они взяли идею вырисовать мир синих человечков. Вот так вот выглядит Мадейра. Бразильские леса в горах Португалии на Мадейре. Да, у меня есть еще. У нас две пластиковых есть еще. Да, мы сейчас варим метамфетамин в походных условиях. Рассказывай, что сейчас происходит. Мы выбрали 16 километров маршрут, но нифига мы 16 сегодня не пройдем, мы пройдем сегодня только 8. Потому что... 10. Даже 7. Но все равно это на 600% больше, чем в походе на Этну. Мы натянули такой тент, готовим чаек, и местный тропический дождь нам не страшен. Наш дневной переход закончился, мы пришли на кемпсайт. Тут кроме нас одна чешская парочка, очень ровная площадка, красиво, офигенно. Тут здесь даже печка, в которой мы будем сегодня делать костер. Утро второго походного дня. Мы проснулись в таком кемпинге. Третье меня поправили. Вот это вот наша кухонька. Это наш чиф-повар Равис. Очень приятно. Греется чаек. А это наша печка. И согревалка, и атмосферная печка, и сушилка. Я нахожусь сейчас на вершине горы, которая называется Пика Руиво. Самая высшая точка Мадейры. Почти 1.9 километра. И мы сейчас чапаем назад к машине. Вот так вот мы чапаем. А горизонт затянут белой пеленой. Это там не в Израиле тебе. Она взяла какой-то рецепт, и мы купили там такое. Главное, это ингредиенты. Лёша должен первый. Открывайте. Да. Лёша, открывай. Да, Лёша. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Лёша. Happy birthday to you. Днём рождения. Слои, я чувствую слои. Лена, обалдеть просто. Сама делала, да? Нападай. Оставайтесь с нами, это Хумус ТВ. Ставьте лайк и подписывайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь, также приходите на канал Алексея Арестовича, ставьте лайки, шарьте в своих каналах, пабликах, своим друзьям, все должны узнать про наш поход.